Откроем послание к евреям, 13 главу, прочитаем с 11 по 13 стихи. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится перед священником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». В прошлый раз мы, в общем-то, рассматривали уже этот фрагмент, мы им закончили прошлый разбор, но полезным будет еще сказать несколько слов по его содержанию. Апостол здесь использует образ одной из заповедей обрядового очищения по закону Моисееву. В книге Левит, в конце 6 главы, Господь объясняет, как должна совершаться жертва за грех. Как должна совершаться жертва за грех, которую приносит виновный израильтянин, подчеркивая, что приносящий ее священник должен есть ее там на святом месте. Но вот в конце этой главы, последним 30 стихом, Господь говорит: «А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне». И сожигалась эта жертва вне стана, а позже вне Иерусалима. Этот глубокий пророческий образ не был доступен пониманию человека Старого Завета, включая и священников. Для них это было очищение, совершаемое однажды в год, в так называемый судный день. Они знали устав, как эта жертва должна была совершаться во всех необходимых подробностях. Знали, что это важно для их отношений с Богом, для того, чтобы получать то, что обещал им закон Моисеев для этой земли, благо этой земли. И это все. То, что данное совершаемое каждогодно служение говорило о Мессии и его жертве, было просто недоступно пониманию подзаконных людей. О Мессии они знали, но они ничего не знали о том, что Он должен умереть, что Ему надлежит умереть, чтобы снять грех с человека. Мессия в их разумении пришед должен был уже вечно, бесконечно и очень успешно царствовать на земле. И это все. Вот вспомним, как Спаситель говорил иудеям, это 12 глава Иоанна, там 32 стихом. Он говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И что Ему на это сказали слушающие? «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну человеческому? Кто этот Сын человеческий?» Это то, что они знали из закона о Спасителе, хотя закон очень много говорит о его смерти. В том числе все жертвоприношения во святилище, они свидетельствовали об этом. Но этого не знали изучавшие закон. И знаете, в очень большой степени они не знали этого и потому, что реально они изучали заповеди человеческие, в чем обличал их Господь. Этого не знал и народ, который слушал своих вот этих незнающих этой истины учителей. Однако надо признать, что едва ли вот эта истина, как и значение вообще всех богослужебных законных обрядов, была бы понята в Израиле, если бы дела с исполнением заповедей закона обстояли бы лучше, чем они были на самом деле, и если бы изучался действительно закон, а не какие-то человеческие писания. Потому что истина, она познается верою, а закон не по вере. Путь закона – это другой путь, предназначенный для жителя земли и для его жизни на земле. И потому вот на этом пути подзаконному человеку была доступна только внешняя, обрядовая сторона богослужения, а значение его образов было не для него, потому что оно открывается верою. И когда явился Спаситель, его объяснения закона Божия достигали только тех, кто ему верил, потому что таковые верою принимали то, чему он учил, принимали эти его объяснения. Эти объяснения, по сути, были откровением тайн Царства Небесного, которые слышали, в общем-то, все. Но предназначались они кругу учеников Иисуса. Как сказал Спаситель: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, вот тем внешним».
И что надо было сделать тем внешним, чтобы им получить это? Просто остаться в кругу учеников. Выслушали притчи и разошлись. А кому интересно было, тот остался и услышал объяснение. Итак, жертва судного дня была великим прообразом искупительной жертвы Христа, кровь которого была внесена во святилище на небесах, как Павел пишет в этом же послании: «Не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, и потому умереть ему надо было вне стана, что означало его отвержение людьми, закон указывал на это. Необходима была именно вот такая всеобъемлющая жертва за грех, приносимая за весь народ, в данном случае за все человечество, кровь которой предназначена для святилища, а тело должно было вместе с возложенным на него грехом быть вынесено за стан человеческий и там быть сожжено, чтобы люди были искуплены не от какого-то просто частного согрешения, но от греха Адама вместе с их собственными грехами. Итак, апостол указывает, что факт смерти Спасителя вне стана должен быть основанием для нашего желания и для нашего решения оказаться там же. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Что естественно, хотя бы потому, что любящий Иисуса и преданный ему, он будет держаться своего учителя и быть там, где он. И потому потом мы являемся участниками жертвенника, который дан нам, о чем Павел говорит выше 10 стихом. Мы имеем этот жертвенник и участие, совершаемое на нем жертвы. А это участие апостол объясняет вот таким образом. Сначала он говорит о себе в послании к филиппийцам, что он от всего отказался, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Мы видим, Павел здесь говорит об участии в страданиях Иисуса и сообразовании со смертью Его. А вот во втором послании к Тимофею, во второй главе апостол пишет, это с 11 стиха, «Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Участие в жертве Христа – это не только, знаете, регулярное совершение хлебопреломления, которым мы заявляем о своей причастности к этой жертве. Это вот такое разделение с Иисусом страданий и смерти Его, и частью этих страданий в мире является поношение за Христа, которое, если мы его несем, то разделяем с Ним понесенное им поношение. На этот момент надо обратить внимание, потому что многим и многим верующим он оказывается, знаете, не совсем понятен, когда дело идет именно к практическому применению этой истины. Потому что плоть как раз требует это обратного, не поношения, но славы, ну, по крайней мере, какой-то похвалы в этом мире. И множество верующих, особенно, надо признать, из более молодого поколения, они склонны в этом вопросе следовать именно запросам плоти, избегая разделять со Христом его поношение путем слияния с этим миром в своих поступках. Ну, примером того может служить хотя бы самое простое – внешний вид, что в первую очередь бросается в глаза. Отличие в этом внешнем виде от людей мира должно быть у верующих, потому что этот внешний вид, включая и одежду, это тоже поступок, это часть поведения. И как всякий поступок, он отражает жизненную позицию поступающего тем или иным образом, его жизненные взгляды, его верование. Как часть поведения он свидетельствует о степени познания верующим Господа, о его близости к Богу, о его поиске лица Божия, насколько этот поиск искренен, насколько он интенсивен. Да, вполне возможно, что за благочестивым внешним видом может скрываться совсем неблагочестивая сущность. Это есть, и Писание называет это лицемерием, или, если дословно, актерством, так в греческом тексте именуется такой образ поведения. Такое может быть, но никогда не может быть так, чтобы у познавшего Бога и пребывающего в общении с Ним, то есть водимого Духом Святым, был бы неблагочестивый внешний вид. Потому что такой человек ходит в благовении пред Господом и ищет во всем быть Ему угодным. На Бога он смотрит, а не на мир сей. Для такого верующего не существует распространенного аргумента: «А как на меня посмотрят другие люди?»
Потому что выбор между угождением Господу и угождением миру всему у него уже сделан в пользу Бога. И сливаться с этим миром, подражая его поступкам ради того, чтобы избежать неудовольствия или насмешек, отвергающих Господа людей, такой человек не будет. Если поступаешь как этот мир, то и унаследуешь то, что наследует этот мир. Это очень простая логика, и, к сожалению, многие верующие не могут ее ни понять, ни принять, даже понимая. Но внешний вид – это, знаете, лишь один из аспектов проблемы отношения верующего к участию в страданиях Христовых. Мы заговорили о нем, потому что это наиболее такой наглядный и простой пример для освещения данного вопроса. Спаситель не учит своих учеников удаляться из мира, но при этом он не имеет в виду их слияние с миром. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Итак, апостол призывает: «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». И тут же вот следующим стихом дает еще одно обоснование вот такого отказа от благорасположения мира сего. Это 14 стих. Он говорит: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Если есть вот такое искание, искание будущего града, и оно настоящее, искреннее, то оно отразится на всех сторонах поведения человека в мире, сделав его отличным от людей, имеющих здесь постоянный град. То есть тех, которые рассматривают эту землю своим единственным пристанищем и сосредоточены на жизни по плоти, на запросах плоти. Ищущий будущего града рассматривает землю как место странствования, как путь, который надо поскорее пройти, и пройти как можно успешнее, чтобы действительно попасть в конце в град будущее, а не куда-нибудь в другое место. Вспомним 11 главу, вот эту вот галерею свидетельствованных в вере. Павел пишет сначала об Аврааме: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Смотрите, тут интересно, апостол подчеркивает одну из таких ярких, фундаментальных отличий этого города от тех городов, которые имеются на земле. Это город, имеющий основание. То есть здесь подчеркивается его незыблемость, его вечность. В сравнении с ним города земли построены без основания, и конец их, знаете, как в известной притче, которая заканчивается на горную проповедь, дом, который там на песке был построен, и он падает под натиском стихии, и падение его названо великим. И Слово Божие говорит, что наступит момент, когда города языческие падут. Это то страшное землетрясение, коего еще не знала за всю свою историю земля, оно будет в конце перед вторым пришествием и сметет языческую цивилизацию, языческую культуру. И ниже с 13 стиха Павел пишет о прочих героях веры. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели он, и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Опять город. Об этом городе идет речь. И знаете, апостол вот в этом послании неоднократно напоминает о вечном городе для спасенных, и, наверное, не в последнюю очередь, потому он это делает, что пишет именно евреям, в сознании которых будущее царство Мессии ассоциировалось с земным Иерусалимом. И Павел постоянно напоминает им о небесном, на достижение которого они должны сосредоточиться и ориентироваться, как это делали вот эти вот древние предшественники, древние герои веры. Эта надежда на град будущий и стремление прийти в него, оно формировало их земную жизнь. Она была у них вот такой, то есть жизнью странников, потому что они имели цель. Они шли в небесный Иерусалим. И так оно должно быть у верующих во Христа. Цель в небесах и жизнь, подчиненная задаче достижения этой цели.
И по характеру такая жизнь окажется резко отличающейся от той, которой живут никуда не идущие люди этого мира. 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Выше 12 стихом Павел говорит об Иисусе, пострадавшем вне врат ради искупления людей. Здесь призывает через него приносить жертву хвалы. Что апостол имеет в виду? Очевидно, что речь прежде всего идет о прославлении Бога в лице Иисуса Христа. Славящий Христа прославляет Бога, который в лице Сына Своего принимает нашу хвалу. Это важный момент, и особенно, опять же, для тех, кому Павел непосредственно писал это послание, потому что в еще существовавшем в то время храме продолжала воздаваться Богу хвала, но минуя Его Сына, которого Израиль отверг. Достигала ли эта хвала и славословие престола Божия? Нет, не достигала. Потому что после Голгофы единым каналом связи и общения с живым Богом для всех людей стал Иисус Христос. И все попытки обойтись в этом деле без Него ни к чему не приводили, они не приводят ни к чему сейчас и никогда не приведут. Тем более, что отвергшие Христа духовенство, как и сделавший то же самое народ, они продолжали отвергать Его как посредника, обращаясь к Богу со своими уже потерявшими смысл приношениями, в храме, который тоже утратил свое значение, пытаясь установить с Ним связь, будучи убийцами Его Сына. Но как Бог мог посмотреть на вот эти домогательства? Обращающийся к Богу не через Христа предстает перед Его престолом не просто неомытым, непрощенным, неискупленным грешником, но он предстает как ответственный за убийство Его Сына. Но значит ли это, что во всех молитвах наших Господу мы обязательно должны произносить имя Иисуса и обращаться только к этому имени? Знаете, в заповеданной Христовой молитве «Отче наш» обращение непосредственно к Отцу. Если верующий получает статус сына у Господа, то с ним право, и с этим статусом право называть Бога Отцом своим, то оно само собой должно подразумевать возможность непосредственно обращаться к Отцу. В Евангелии от Иоанна в 16 главе Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, чего не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Попросите Отца. Очевидно, что искупленные кровью Христа имеют теперь доступ к престолу Отца, могут обращаться к Нему со своими молитвами, однако этот доступ продолжает обеспечиваться Сыном. Эта связь совершается не минуя Сына в любом случае, потому что в лице Сына мы обращаемся к Отцу. И вот это нам всегда надо помнить. Но это то, что касается связи с Богом верующего в Него человека вообще. Павел же вот в разбираемом стихе говорит о принесении Богу хвалы через Христа. И почему это было особенно важно для верующих, кому апостол непосредственно адресовал это послание? Потому что они были, опять же, евреи, жили среди своего народа, исполняли его обычаи, ходили в храм. И что, совершали там тоже положенные жертвы. Сам Павел, во свидетельство иудеям, иногда это делал. Помните, когда он там в Иерусалиме оплатил жертву братьев, на которых был обет. И перед этими знавшими апостола и слушавшими его христианами из евреев все время стоял вопрос правильного отношения к той уже отжившей форме богослужения, которая продолжала совершаться в храме, тоже, как отмечалось, уже утратившим свое значение. В том числе была проблема участия в той хвале и славословии Бога, которые там возносились распявшими Сына, и которые совершались им, минуя, то есть отвергая Христа, единого посредника между Богом и людьми. Вопрос присоединения к этой хвале требовал для них разъяснения, которое Павел здесь и дает, подчеркивая, что возносить Богу хвалу возможно только через Иисуса Христа, а не в обход Его. Это важно было понять уверовавшим в Иисуса, бывшим иудеям, чтобы не отождествлять себя вновь
с той средой и религией, которая отвергла Сына Божия, и не идти ее путем, потому что этот путь больше не ведет к Богу. В этом же 15 стихе апостол считает нужным подчеркнуть, что именно он подразумевает под жертвой хвалы. Он уточняет, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Появление вот этого уточнения понятно, опять же, в связи с адресатом этого послания. Эти уверовавшие евреи жили, как мы отметили, во время еще продолжавшегося храмового служения, которое по закону включало в себя и благодарственные жертвоприношения, это в законе это называлось мирными жертвами, то есть жертва, которая не была связана с проблемой совершенного греха, который надо было омыть. И все это было с детства привычно сознанию подзаконных евреев, и потому они нуждались в подобных уточнениях. Время кровавых жертв закончилось, и приношения Господу, в том числе благодарственные и хвалебные, должны иметь духовную природу. Любая кровавая жертва, которую еврей-христианин приносил бы в храме не ради того, чтобы не подать соблазна иудеям, а именно с сознанием, что это нужно делать, приносил бы как выражение своей хвалы и благодарности, она фактически отменяла для него жертву Христа. И мы знаем почему. Потому что всякая жертва по закону была прообразом жертвы Сына Божия. Она замещала эту жертву Сына Божия в ее отсутствии, пока она еще не совершилась. И предвозвещала будущее совершение этой жертвы. И потому любая кровавая жертва, приносимая уже после смерти Спасителя, провозглашала таким образом, что искупительная смерть Агнца Божия еще не наступила. И ее все еще надо ожидать в каком-то там будущем, далеком или близком. А пока ее нет, ее надо замещать приношениями вот чистых животных. Ветхозаветные жертвоприношения замещали отсутствующую истинную и совершенную жертву Христову. Но принесение таких заместительных жертв после смерти Христа – это уже попытка заместить уже принесенную жертву Сына Божия, не восполнить ее отсутствие, как было ранее, но заместить ее саму, отодвинуть ее, заменить ее, отвергая тем самым ее истинность, ее совершенство, отвергая факт того, что она уже совершилась. Потому Павел вот так подробно объясняет, что за жертву хвалы он имеет в виду. Та самая вот наезженная колея иудаизма, мы касались в прошлый раз этого, в которую очень легко соскальзывали уверовавшие евреи, она продолжала оставаться ловушкой для евреев-христиан, и даже сейчас она таковой является, им надо было ее остерегаться. И не зря вот это уточнение значения жертвы хвалы осталось на страницах Писания, потому что верующие от Израиля подвергаются вот тому же искушению уклониться в закон в такую меру, чтобы жертва Христова станет напрасной. И тем более, что даже после восхищения церкви наступит время Израиля, наступит время его очищения, горнили спасения, и там будут в этот период уверовавшие в Иисуса Христа евреи в этом народе. И это будет в то время, когда вновь в Иерусалиме отстроится храм и на время возобновятся жертвоприношения. И им надо будет знать и правильно понимать, занять правильную позицию и относительно вот этого законного богослужения с его атрибутами, которое попытается восстановить все еще отвергающий Христа Израиль в этот страшный период, именуемый Великой Скорбью. Что же касается нас с вами, то здесь основной смысл вот этого призыва и наставления для нас состоит в необходимости именно непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Это приношение не должно прерываться так, чтобы не быть представленным в наших молитвах Господу. Но знаете, кроме наших прошений, хвала Богу должна быть и самостоятельным видом нашего обращения к Господу, когда мы для того и становимся на колени перед Ним, чтобы именно возблагодарить и прославить Его. Автор 118-го псалма
62 стихом говорит: «В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои». Здесь специальное обращение к Богу для его прославления. Он не говорит о какой-то нужде, что он вставал молиться, о чем-то просить, а именно ради того, чтобы прославить Господа. И хвала и благодарность не должны рассматриваться просто, знаете, как какой-то придаток к прошению об определенной нужде, для того, чтобы расположить Господа, выслушать нашу просьбу. Обращение верующего с Богом, общение верующего с Богом не должно носить сугубо такой какой-то потребительский характер. Но это общение, оно должно быть внутренней потребностью рожденного свыше человека. И прославление Господа есть важная часть такого общения, она нисколько не уступает по значимости для нас самих нашим просьбам о каких-то наших нуждах. Далее апостол напоминает о еще двух жертвах, которые должны быть частью нашего служения как священников Бога истинного в этом мире. 16 стихом он говорит: «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Павел называет вот обе эти добродетели жертвами, потому что они требуют от совершающего их, ну, определенной отдачи. Верующий, благотворя или уделяя время своим собратьям по вере, ну, чем-то жертвует. Что касается благотворения, то, в общем-то, эта истина была известна и древним. Соломон писал: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Дает Господу. То есть он показывает благотворительность как приношение Богу, фактически как жертву. Причем это была не одна из таких заместительных жертв, возносившихся на жертвеннике в храме, иначе она потеряла бы значение после смерти Христа и уже не должна была бы приноситься христианами, потому что она отменяла бы жертву Сына Божия. Эта жертва не во искупление от греха и не для установления связи с Богом. Это проявление заповеданной любви к ближнему, которая отличается жертвенностью. Благотворящий уделяет нуждающемуся от того, что он имеет сам. Благотворительность относится к такому виду приношения Господу, который свободно перешел в Новый Завет, потому что по сути своей благотворительность была новозаветным явлением. Даже если рассматривать ее как заповедь, то по своему характеру относится к положительным заповедям, которыми именно отличается завет Христов. Мы как-то говорили о положительных и отрицательных заповедях. Первые призывают нечто делать, вторые, напротив, запрещают что-либо делать. И знаете, в Старом Завете как раз доминировала отрицательная или запретительная заповедь. Из 10 заповедей на скрижалях 9 были отрицательными, представляете? Таким образом, благотворительность как заповедь, она имеет типично новозаветный характер, потому что это заповедь, которая призывает нечто творить, нечто делать, а не запрещает чего-то не делать, требует чего-то не делать. Конечно, у этой добродетели есть определенные законы, которые не должны игнорироваться. Не зря Петр во втором послании призывает добродетели показать рассудительность. Но мы об этом уже не раз говорили. Сейчас за недостатком времени мы не будем в такие подробности вдаваться, потому что и апостол здесь подробностей не называет. Он просто сосредотачивает наше внимание на том, что подобного рода приношения Господу не должны уходить из практики верующего во Христа человека. Как священнослужитель, христианин должен возносить на Божьем алтаре и эту жертву. Это важная, неотъемлемая часть служения Господа на земле. Другая добродетель, которую апостол также именует жертвою, это общительность. Знаете, для некоторых людей это очень непростая жертва. Имеются разные причины, почему люди бывают необщительны. Это может быть какая-то душевная травма, длительный отрицательный опыт общения с людьми, когда человек, понеся какие-то потери в жизни по вине людей, которым неосторожно доверился, начинает сторониться окружающих. Тут суть такого поведения состоит в утрате доверия людям. Причиной может быть и привязанность к материальному достоянию. Мы не так давно касались этого момента.
Это слова Павла из первого послания к Тимофею о богатых, которых надо увещевать, кроме прочего, и в том, чтобы они были общительны, потому что любящий деньги человек, имеющий их, во всяком сближении с другими людьми сразу ощущает какую-то опасность для своего достояния, подозревая, что те станут у него что-то просить, просить какой-то помощи. Или близость с ними обяжет его и без их просьбы поучаствовать в какой-то их нужде. Кроме этого, у имеющих деньги и любящих их наблюдается, знаете, завышенная самооценка и связанное с этим принижение людей, не обладающих тем же достатком. Они начинают рассматривать общение с такими людьми, ну, как несоответствующее их преувеличенному достоинству. И Павел говорит Тимофею, чтобы тот и в этом увещевал богатых, чтобы они невысоко думали о себе, он говорит. Наконец, есть еще одна причина, природная. Психологи делят всех людей по характеру на две категории – экстраверты и интроверты. Экстраверты, они открыты, общительны, а вот интроверты, они, наоборот, замкнуты. И замкнутость этих интровертов, она не есть признак какого-то недоверия людям. Но просто такие люди с таким характером, они чувствуют себя комфортнее, уединяясь со своими мыслями, и всякого рода какие-то массовые мероприятия довольно тяжелы для них. Для людей, имеющих природную склонность к уединению, общительность бывает очень такой трудной жертвой, трудным служением. Однако следует уточнить, что вот это понятие «общительность» все-таки она не означает, или, по крайней мере, она не ограничивается способностью выдерживать, знаете, большие такие дни рождения или вот баптистские свадьбы, где по нескольку сот родственников собирается. Общительность – это прежде всего это доступность для других людей, когда те по какому-то, ну, благочестивому, конечно, поводу ищут контакта с человеком и не встречают при этом стену перед собой. Не встречают какую-то отчужденность и нежелание с ними общаться. Хотя это, так сказать, минимум для общительности, ее пассивный вариант. В более полном ее варианте общительность объясняют так. Это черта характера, выражающая потребность и способность личности к общению с другими людьми, установлению с ними взаимопонимания. То есть общительность, исходя из вот этой формулировки, должна выражаться в активном поиске контактов с людьми. Что согласно, в общем-то, с христианским пониманием этой добродетели, потому что общительность, она не существует сама по себе. Объясняя ее вот как жертву, апостол показывает, что речь не идет о простой какой-то природной способности, природной черте характера, которую в разной степени могут иметь все люди. Во всяком случае, большинство людей. Павел говорит об особенности христианского характера, которая приобретается уверовавшим вместе с прочими изменениями его натуры в ходе возрождения. И в этом случае вот этот добродетель является составной единого образа отношения к ближнему, который именуется любовью. Любовь в совершенном своем выражении, она всегда активна, потому что она наибольшая из всех заповедей Завета Христова, который как раз проповедует активное делание добра, а не пассивное неделание зла, что было свойственно Старому Завету. Но если речь идет фактически о приобретаемом свойстве характера, которое является одним из преобразований натуры человека под влиянием Духа и Слова, то следует сказать о том, что есть и определенные ограничения для этой добродетели, за которые не следует ее распространять. Давид писал в одном из своих псалмов: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». 15 псалом, 3 стих. И вот этим характеризуется рожденный свыше верующего Христа. Это желание быть в общении со своими по вере, оно типично для возрожденной личности. Однако есть общение верующих, или, так скажем, в том случае, когда общение верующих оказывается отмечено какой-то суетностью, а такое бывает, никуда не денешься,
то таким же естественным будет отсутствие интереса к нему, рожденного свыше. И тут упрекать его в необщительности в этом случае не следует. Потому что в суетных общениях, где основной темой служит что-то земное, духовность не находит в себе места, и влекущее друг к другу верующих родство во Христе, оно не проявляется, оно там заменяется на человеческую дружбу с ее человеческими привязанностями и интересами. И вместе с нею не находит в себе места в таких общениях и сам Иисус, который обещал быть там, где дети Божии собираются во имя Его, а не во имя чего-то другого. О духовном родстве и духовном общении говорит знаменитый 131-й Псалом: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И далее Давид сравнивает это общение со священническим елеем помазания, чем Дух Святой подчеркивает, что речь не о плотском родстве и плотском общении, но о духовных родстве и общении, которые возникают и живут благодаря общему духу, излившемуся на людей и обратившему их в братьев. И пребывание вот этого духа на помазанных им, оно сообщает им блаженство в общении друг с другом. В связи с этим естественным будет заключить, что общительность, будучи угодным Богу приношением, то есть служением Ему, должна обеспечиваться специальной способностью, потому что любое служение Господу имеет в основе определенную способность или дар, мы говорим. Только в данном случае имеется в виду не какой-то служебный дар, один из служебных даров, не могущий быть обязательным абсолютно для всех верующих, а всех детей Божиих, но одно из тех дарований, которое уделяется именно всем рожденным свыше, как свойство их натуры, дарований, которые формируют характер христианина, новый характер христианина. То есть апостол не имеет в виду просто, опять же, просто человеческую черту характера, которая не у всех от природы и есть, но свойство именно рожденной свыше личности, которую получает все, свойство, которое получают все родившиеся от Духа Святого. Однако, как всякое дарование, ее проявление зависит от одаренного. Если он получил это дарование, то как оно будет проявляться, как оно будет применяться, это зависит от него, потому что он его получил в свое распоряжение. И Павел призывает воспользоваться тем, что мы обрели в Духе Божием, когда Он в нас поселился, в том числе и вот этой добродетелью, и служить этим Богу нашему, совершая священнодействие перед Его лицом во все дни жизни нашей на земле, чтобы продолжить этим заниматься, священнодействовать перед Его лицем там, в небесах. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, слава и хвала и благодарность Тебе, что Ты излил Духа Твоего Святого и объединил этим Духом нас в одну семью, в один народ, сделал нас родными. И благослови нас, Господи, всегда помнить об этом духовном родстве и следить, чтобы его не подменяли человеческие чувства и отношения. Ибо мы в этом родстве, имея это помазывание, общаясь друг с другом, обретаем более благодати, потому что где общение во имя Твое, там и Ты, Твое присутствие, Твое благословение, распространяемое на собравшихся у ног Твоих. Благослови нас, Господи, ходить в истине, служить Тебе и прославлять Тебя от всего сердца нашего Бога. Аминь.